крошечное счастье. Как хочется, чтобы больше людей были счастливыми на этой земле. И мой дом, дом Костропула, старается дарить удовольствие и радость людям, которые хотят ее получить, в виде вот таких маленьких замечательных созданий породы чихуахуа. На самом деле сердца тают даже у тех, у которых, кажется, они не могут растаять. Замечено нашим наблюдением наших выпускников. К чему я это говорю? Иногда семья очень хочет приобрести щенка, но бывает такое, что папа не соглашается. И это, наверное, самое любимое мое, когда папа, который не соглашался, который не хотел, который сомневался, нужна ли ему эта маленькая собачка, любит ее безумно и больше всех. Смотрите видео наших выпускников. И маленькие секретики, которые я не могу открыть от некоторых семей, когда папа был против. Папы, можно так сказать, становятся владельцами этих малышей, и они топят их сердца. Добро пожаловать за счастьем в наш дом, за прекрасным созданием, которое никогда не будет раздражать. Оно будет просто обожествлять собой ваше существование. Потому что нельзя быть жестоким, черствым с таким милым существом. Да, Нимкушка? Добро пожаловать в Крым за любовью.